Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Тяни сундук». Руководствуясь благими целями и желанием сделать родное село Антоновка лучше, Денис Сундуков борется с системой. Он даже записывает видеообращение, чтобы привлечь местные власти к ответственности. Но как ее победить, когда у твоих врагов есть более действенные методы? Наш герой не отчаивается и ищет новые пути. Вскоре Сундуков вновь удивит зрителей своей эрудицией, способностью свернуть горы. Человеку все нипочем, если он горит идеей. Продолжение увлекательной комедии «Тяни сундук» не анонсировано. Средние рейтинги, которые получил первый сезон, к сожалению, не могут быть гарантией того, что проект будет продлен. Известно, что съемочный процесс занял 2 месяца, после которых последовал кровопотливый этап постпродакшена. В итоге работа заняла около года. Если подготовка ко второму сезону будет проходить аналогичным образом, то летом 2024 года может появиться новый сезон. Ждем официальных заявлений. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.